Тогда мы с вами начинаем. Итак, коллеги, сегодня мы поговорим о приемах оформления письменных работ и статей. Так как мы чаще всего это делаем в Word-овском файле, то и будем говорить о форматировании в Word. Но немножко коснемся и темы таблиц, и переноса таблиц из Excel и рисунков, да, как оформить подписи, как это сделать грамотно, так, чтобы потом меньше усилий у нас уходило на исправление. И очень часто форматирование вообще такой ущемленный вопрос при подготовке любых письменных работ или статей. Как правило, мы его откладываем на потом. Оформление оглавления, заголовки, рисунки, таблицы. Сейчас быстренько накидаем, а потом мы это все поправим как нужно. А в результате оказывается, что сделать заново легче, чем исправлять то, что уже имеем. И особенно это актуально в условиях горящего дедлайна, когда срабатывает закон подлости последнего момента. Ну, все писали курсовые дипломные работы, и у многих научных, многие сейчас являются научными руководителями, и есть студенты, которые страдают тем же самым. Это ситуация, история знакомая. Так вот, здесь хорошо подходит прием использования, вернее, даже два приема из тайм-менеджмента: заточка карандашей и поедание слона. Да, заточка карандашей – это прием, который пришел от художников. Прежде чем сделать картину, надо набросать эскиз карандашом, а чтобы набросать эскиз, берется пачка карандашей и перед этим затачивается. Но не дай бог карандаш сломается, вдохновение уйдет, муза улетит и все. И, кстати, на этом этапе очень хорошо продумывать план дальнейших действий. То есть пока мы выполняем вот эту механическую работу, настраиваем, делаем, затачиваем карандаши, мы уже продумываем следующие шаги, и какие-то идеи могут приходить на этом этапе. И часть форматирования и настроек мы тоже можем сделать до начала, еще до начала работы над содержанием. Часть из них в процессе, и какая-то часть у нас останется на конец. И вот таким образом мы применяем второй прием, тайм-менеджерский прием, поедаем слона по кусочкам. Ну, слона живого жалко, поэтому шоколадного, да, большую шоколадку делим на дольки. Сложность при оформлении работ в том, что у нас нет единых требований, так же, как при оформлении библиографических описаний или ссылок, нет единого ГОСТа для всех статей или для всех письменных работ, курсовых, дипломов. И каждый вуз часто предъявляет свои требования, которые мы и должны соблюдать. Но все они, как правило, базируются на одном ГОСТе. В части форматирования, в части библиографии, на других ГОСТах, о которых мы в предыдущих вебинарах в сентябре уже говорили. Так вот, в части оформления чаще всего базовым таким документом является ГОСТ 732-2017-СИБЕТ, отчет о научно-исследовательской работе, структуры и правила оформления. В ресурсы я его вам выложила, и сейчас я вам дам еще ссылочку, где можно этот ГОСТ в режиме онлайн посмотреть. Вот он. Вот на него, это скорее информация для тех, кто пишет и составляет требования, методические рекомендации. Вот это тот же самый базовый документ, как ГОСТ 2018-2003 по библиографическим описаниям или 2008 по оформлению ссылок для также оформления письменных работ. Итак, что мы можем сделать в части форматирования до начала работы над содержанием? Ну, вот эти вот три вещи мы точно можем настроить. Кстати, о форматировании. Под форматированием подразумевается оформление по каким-либо правилам, установленным правилам различных фрагментов текста. При этом мы меняем не сам текст, а только его внешний вид. И есть два вида форматирования. Есть прямое и так называемое стилевое. Ну, название условное, естественно. Прямое – это когда мы применяем форматирование к произвольным фрагментам, символьным фрагментам. Это могут быть отдельные символы, слова, строки, предложения, абзацы. А стилевое – это целый набор элементов форматирования.
абзац, отступы, шрифт и так далее, который имеет свое уникальное имя. И любой абзац документа Word оформлен определенным стилем. Стили тоже могут быть стандартными, то есть предустановленными. Мы выбираем из того, что есть, или пользовательским. Мы сами можем создавать свои стили. И дальше я вам покажу, что у нас такая возможность есть. Особенно, когда мы даже подписи к рисункам создаем, мы можем либо пользоваться стандартным стилем, стандартными выбирать из того, что есть, а можем и создать свой стиль. Вот со стилевого мы как раз и начнем. Так как стили и можно настроить до начала работы с текстом вообще. В Word существует 4 основных... Проснулись. 4 основных вида стиля. Это стили символов, абзацев, таблиц и списков. Ну и преимущество, это экономит время. Применить стиль одним кликом мыши гораздо быстрее, чем весь набор, да, элементов, чем делать это по одному. И это способствует единообразию оформления документа. При ручном форматировании одинаковые по смыслу разделы могут отличаться своими форматами, а применение стиля вносит вот такую строгость и придает красивый, хороший вид нашему документу. Ну и позволяет быстро изменить вид отдельных элементов во всем документе. Не по одному, а сразу все элементы. В этом есть плюсы и есть минусы, что касается подписей к таблицам и рисункам. Я вам потом покажу. Здесь вот есть такая вещь. С одной стороны плюс, с другой стороны минус. И это важно учитывать, когда мы составляем методические рекомендации. Нумерация страниц и автособираемое содержание. Вот три вещи, которые, три области, которые мы можем настроить еще до начала работы с нашим документом. По стилям. Какие стили и где настраивать? Выбираем, открываем на вкладке «Главное». Вот у нас есть наши стили. Они все перечислены здесь, но удобнее открыть вот по этому значку список стилей. И то, что нам обязательно понадобится для любой письменной работы, вот они здесь, я их вам перечислила, ну и в списке тоже подчеркнула. Если какого-то стиля не хватает, например, вот стиль оглавления у меня не было. Кнопочка «Создать стиль», и там мы создаем тот стиль, который нам необходим. Как должно быть, смотрим в методических рекомендациях, шрифт, размер, цвет и так далее. И все это настраиваем вот здесь. Ну и вот этот вот стиль оглавления, это созданный, скажем, пользовательский стиль, вот эти все предустановлены, их можно менять, стандартные, а вот этот был создан, да, то есть это уже пользовательский стиль. И дальше открываем, как создать свой стиль, открываем по кнопочке, здесь задаем его название, вот оглавление сюда записываем, и основан на каком стиле. Вот это важно, когда мы подбираем стиль для наших рисунков. А это вот этот, вот он, название объекта рисунки и таблицы, вот он, вот этот стиль. Вот когда мы его создаем или с ним работаем, очень важно обращать внимание, чтобы вот здесь не стояло стиль обычный. Чуть попозже я вам покажу пример, где основанный на обычном стиле, это то, как у нас пишется весь общий текст, может в таблицах, в рисунках-то ничего, а вот в таблицах может сыграть злую шутку, придется потом работать с форматированием всего текста таблицы. Поэтому лучше выбрать тот, который не используется в других местах письменной работы, текста не применяется к другому тексту. И вот дальше основные настройки можно сделать здесь. Или выбрать кнопочку «Формат» и более подробные настройки шрифта, например, сделать вот здесь. Все прописные или все непрописные, зачеркнутые, подчеркнутые, все это можно установить здесь. И по кнопочке «ОК» мы устанавливаем уже свой пользовательский стиль, которым потом в процессе работы нам достаточно будет просто нажать одну кнопочку, выбрать нужный стиль и... Все наши заголовки, все наши тексты будут в этом стиле оформлены. Это достаточно удобно.
По нумерации страниц следующий момент, который мы можем сделать до оформления нашей, до работы над содержанием. Здесь, как правило, возникают вопросы с оформлением первых страниц, титульные, оглавления и введения. Да. Как сделать ненумерованный титул, как убрать нумерацию с оглавления и как сделать, чтобы введение начиналось с третьей страницы. Ну, иногда делают разные файлы, потом пытаются это совмещать при распечатывании, но все это можно сделать достаточно быстро и просто в одном документе. Ненумерованный титульный лист. Здесь все очень просто, про это говорили, наверняка многие знают, но еще раз просто показываем полезные напоминание, особенно для студентов. Выбираем вкладку «Вставка», затем открываем конструктор колонн титулов, выбираем нижний колонн титул, а нумерация страниц, как правило, в том же ГОСТе рекомендуется по нижнему колонн титулу в середине, в центре листа, без всяких точек, тире и прочих знаков. Выбираем нижний колонн титул, и в нижнем колонн титуле просто проставляем галочку «Особый колонн титул для первой страницы». Все, у нас титульный лист становится ненумерованным. Это все делается гораздо проще и просто и быстро. Возникает второй вопрос. Но тогда у нас нумерация-то сохраняется, просто мы не видим на титульном листе первую страницу, а вот на оглавлении номер второй у нас стоит. Как убрать нумерацию со страницы оглавления и чтобы введение начиналось с третьей страницы? Вот здесь есть тоже такой хороший способ, как это сделать. Ставим курсор в самое начало страницы. В верхнем меню разметка страницы выбираем разрывы. Следующая страница. Делаем двойной клик на нижнем колонн титуле этой страницы, где стоит нумерация. И наверху в меню конструктора также ставим галочку «Особый колонн титул для первой страницы», так же, как мы делали для титульного листа. На слух воспринимается, понимаю, не очень хорошо, поэтому давайте посмотрим, как это делается вживую. Коллеги, пошло ли видео? Поставьте, пожалуйста, несколько плюсиков в чат. Видно ли? Ага, отлично. Ну, вот смотрите, вот титульный лист. Мы убираем наш колонн титул. Вот особый колонн титул, он у нас ушел, все замечательно. На оглавлении у нас, видите, остался второй. Нумерация, да, стоит двоечка. Как убрать? Вот мы ставим, открываем разметка страницы, выбираем. Двойной клик, и вот смотрите, у нас пошло. Да? Нет номера на странице, а введение начинается с третьей. Вот это делается вот достаточно быстро, буквально за пару минут максимум. Для тех, кто не успел или со смартфонов, может быть, не очень хорошо видно, видео потом подумаю, в конце вебинара мне скажите, нужно ли их будет выложить, я их тогда на отдельную страничку выложу, чтобы можно было пересматривать. Вот более Валентина Владимировна, видео не пришли, а ссылку дам на просмотр, открыто будет. Вот нужно, ага, хорошо, в презентации более подробно схема расписана. Вот, там было немножко быстро как-то в действии, да, а это вот уже схема здесь у нас есть. Разметка страницы, выбираем разрывы, следующая страница. Конструктор «Работа с колонн титулами», ставим на колонн титул курсор и также, как с титульным листом, особый колонн титул для первой страницы. А вот дальше, когда мы переходим на введение, нам нужно, чтобы у нас вот здесь, да, начиналась третья страница. Выбираем, как в предыдущем разделе, номер страницы, формат номера страницы, и у нас обязательно ставится разрыв страницы между оглавлением и введением. Да, добавляем вставка, разрыв страницы, и тогда у нас введение начинается
нумерация с третьего номера. То есть это все делается быстро. И титульный лист, и оглавление мы спокойно можем еще до начала нашей работы с текстом уже установить и больше об этом не задумываться. Как правило, мы оставляем на последний момент и забываем про это, а потом начинаем мучиться, как это сделать. Автособираемое содержание. Вот для того, чтобы у нас здесь все хорошо установилось, на второй странице у нас уже должен быть хотя бы рыба, как говорят, или макет, да, нашего содержания, оглавления. И это тоже мы можем сделать до начала работы над содержанием самого текста. Неважно, какие названия у нас будут, пусть просто первая глава, и вместо названия пишем слово «название». Да, там первый параграф 1.1, название, параграф 1.2, название. Просто чисто схематически. Потом мы их поменяем. Но самое главное, чтобы они были настроены правильно. Чем хорошо автособираемое содержание? Мы сразу можем по ссылкам переходить на нужные страницы. Обновляется автоматически. Если у нас добавляется или убирается текст, нам потом в содержании не надо перелистывать всю работу и ручками проставлять, на какую страницу что у нас начинается. Это все делается автоматически одним кликом мыши. Но для этого нужно хорошо собрать, да, создание нового раздела. Угу. Да, спасибо, Владимир Алексеевич. Конечно, не разрыв страницы, а создание нового раздела. И по автособираемому содержанию, да, как его можно настроить. Вкладка ссылки, выбираем оглавление. Ага, хорошо, спасибо, Владимир Алексеевич, принято. Выбираем ссылки, выбираем оглавление и выбираем тот формат автособираемого оглавления, который нам подходит. Ну, чаще всего нам требуется вот заголовок 1, заголовок 2, можно выбрать вот автособираемое оглавление 1, заголовок 3 у нас просто может не быть. И дальше мы настраиваем стиль. Вот те самые стили. Самое главное, чтобы для автособираемого заголовка у нас туда не подтягивались совершенно ненужные части текста, чтобы у нас были настроены стили оглавления, заголовок 1, заголовок 2. Заголовок 1 мы используем для глав, заголовок 2 мы используем для параграфов. И настраиваем их в соответствии с теми требованиями, которые есть в наших методических рекомендациях. Каким шрифтом, жирностью и так далее. И когда мы начинаем записывать в тексте название глава 1, параграф 1, мы нажимаем, вот сюда кликаем, выбираем нужный стиль, заголовок 1. Если у нас будет стоять вот так, выделено, обращаем внимание на стиль, если будет стоять обычный, то у нас автособираемое содержание не получится корректным. Мы выбираем вот отсюда, например, заголовок там 1 или заголовок 2 и применяем к этим названиям, к названию главы, к заголовку главы или к заголовку параграфа. И тогда они будут автоматически подтягиваться в наше автособираемое содержание. И вот тогда они уже будут оформлены правильно сразу и в тексте, и здесь. И чем это удобно, да, мы можем обновлять обновление. Когда у нас есть автособираемое содержание, оглавление, мы просто выбираем обновить таблицу. Если мы вносим какие-то изменения в наш текст, меняется количество текста в параграфе или в главе, что-то убавляется, добавляется, соответственно, будут меняться страницы. Вот тогда мы нажимаем обновить таблицу в конце работы, прежде чем выйти, не забыть это сделать. И ставим галочку вот сюда, обновить только номера страниц. Вот оно стоит. И у нас страницы поменяются, но заголовки останутся. Если же мы поменяли и сами заголовки, переназвали параграф, назвали по-другому главу, а это часто происходит в процессе работы, тогда мы выбираем второй вариант, обновить целиком, нажимаем ОК, и у нас содержание здесь меняется. Да? Как мы поменяли в тексте, так оно поменяется и здесь. Не надо листать постоянно туда-сюда, и не нужно тратить много времени и допускать ошибки. Да, минимизируются ошибки. Ну и вот в
процессе работы, да, как автособираемое оглавление делается вживую, тоже небольшой такой фрагмент посмотрим. Вот оно, содержание. Вот выбираем ссылки, выбираем оглавление, выбираем тип, выбираем, например, первое автособираемое содержание. И меняем стили. Вот здесь мы выбираем те, смотрим те стили, выбираем. Можно их изменить. Вот смотрим, смотрим заголовки. Заголовок 1, заголовок 2 и заголовок оглавления, например. И можно вот здесь, да, изменить, изменить тот стиль, поменять цвет. Очень часто само слово «оглавление» пишется синим цветом. Вот здесь мы его можем изменить. Выбрать нужный шрифт, поменять цвет и сразу посмотреть в образцах, как это будет выглядеть. А если нужно сделать все заглавными, выбираем кнопочку «Формат», «Шрифт». И вот здесь мы ставим все прописные. Вот если мы их поставим, у нас сразу увидим, что у нас все будет написано большими буквами. Для тех же глав, например, один раз заголовок настроили в самом начале работы, вот, и вот они уже, смотрите, у нас будут большими. Не надо большими, оставим прописными, да, оставим, как оно и есть. И дальше вот так мы можем изменить все стили, проверить, как они у нас настроены. Там убрать курсивы, сделать подчеркнутыми, поставить жирность и так далее. Так, сейчас попробую немножко прокрутить. Может быть, получится. Да, ну и вот по образцу мы смотрим, как у нас будет стили настроены. После этого мы можем уже работать с самим текстом. Так, сейчас покажу еще один момент. Вот, если у нас текст уже есть, проверьте, и неправильно подтягивается в автособираемое содержание, проверьте, в каком стиле он оформлен. Вот здесь видите, обычным. Поэтому в автособираемом содержании будет ерунда. Вот он сюда не подтягивается. У нас потянулся только список литературы, потому что он был правильно оформлен. Поменяли стиль, оно сразу появилось в содержании. Обновили содержание, оно появилось. Глава 1, то же самое. Вот оно в стиле, видите, синим наверху обведено. Обычный. Ставим заголовок нужный. Меняем на заголовок, но имейте в виду, что и поменяется изображение в самом тексте. Да? Вот поменяли мы, поставили стили, поменяли стили на заголовке, на стиле заголовков. И вот обновляем наше «Обновить содержание», «Обновить целиком», нажимаем «Ок», и оно появилось. Вот примерно вот так вот оно у нас и происходит. То есть даже по готовому тексту, если у вас подтягивается неправильно, какие-то иногда кусочки текста подтягиваются в автособираемое содержание, потом спрашивают, ой, а что это у меня тут половина моего параграфа оказалась в содержании. А это значит, что вы оформили обычным стилем заголовок. Надо просто зайти туда и поменять заголовок на нужный стиль. Заголовок 1 или заголовок 2. А лучше это сделать в самом начале, сразу настроить содержание и потом уже с этим вопросом не мучиться. И вот здесь в самом начале у нас вместо названия главы может просто идти один и слово «глава», ну, нужным стилем. Потом вы в тексте меняете. И вот также у нас в тексте будет глава 1, глава 2, глава 3. Потом вы меняете название, еще раз меняете, еще раз меняете. Не забывайте только обновлять таблицу. И эти названия будут у вас появляться здесь автоматически. Не надо ничего листать, не надо никуда бегать. И ничего зато не забудем. И красиво получается, красиво оформленное оглавление. Еще один важный момент – автосохранение. Вот то, про что мы очень часто забываем, вот это обязательно нужно. Настраиваем автосохранение
чтобы оно происходило как можно чаще, чтобы терять как можно меньше. Ну, допустим, если вы даже печатаете со скоростью 400 знаков в минуту, за 15 минут можно напечатать 6000 символов. А чаще всего в Word по умолчанию стоит автосохранение каждые 15 минут. Но 6000 символов – это достаточно прилично. Потерять такой текст будет очень обидно. В таком случае можно воспользоваться функцией автосохранения, настроить ее самим и, например, настроить автосохранение текста каждые там, 5 минут, а может быть и 3 минуты. За время печатания текста, когда мы увлекаемся, могут произойти разные проблемы. Ноутбук разрядится, флешка выпала, свет отключили и масса других неприятностей. И у меня было несколько примеров, когда студент, автосохранение стояло на полчаса, за полчаса он провел все форматирование, не сохранился, мигнул свет и все погибло, и надо начинать все заново. Такие труды пропадают. Поэтому сразу настройте автосохранение. Во-первых, посмотрите, насколько оно у вас стоит, сколько минут. Как это сделать, где его найти. Выбираем вкладку «Файл». Здесь выбираем в меню «Параметры». Здесь выбираем в параметрах Word «Сохранение». И смотрим, сколько минут автосохранения, сколько у вас стоит. Вот это я уже сама поставила на автосохранение каждые 10 минут. Потому что я по 400 знаков в минуту не печатаю. Мне надо долго с чувством, с толком, с расстановкой, помедленнее. Поэтому 6000 знаков у меня точно не пропадет. Можно ставить меньше, там, на 5 минут. Ну, на 3 минуты это уже совсем уж слишком. Но 5-10 минут, это вот до 15 минут, это вот, как бы самое... такой хороший фрагмент. Посмотрите сразу, насколько у вас выставлено, на полчаса, на 40 минут, на час, и поставьте просто поменьше. Не забудьте посмотреть, чтобы у вас стояла галочка, чтобы автосохранение было активно. Нажимаем кнопочку ОК, и все, у вас автоматически файл будет сохраняться каждые там, 5, 10, 15 минут, сколько вы выставите. Значит, меньше проблем, меньше мы потеряем в условиях разных форс-мажоров. И есть еще вот такая вещь – версии. Вот все версии автосохраненные, они сохраняются вот здесь. И также, когда мы выходим, вот у нас сохранение, файл, управление версиями, и если у вас что-то погибло, вы всегда можете вернуться, как говорят программисты, откатить предыдущую версию. Да? Вот, например, самая предыдущая версия была в 23.39, я могу вернуться к ней, открыть ее и работать, как бы пойти дальше. А могу открыть и более раннюю версию, посмотреть, а что было там. Вот это бывает тоже необходимо, когда идет работа над теми же курсовыми дипломными работами, и вдруг меняли, и вдруг преподаватель говорит, а вот помните у вас... не в предыдущей версии, а вот две версии назад вы присылали вашу работу, два письма назад. Вот там было, ну, письмо пропало, да? Вот там был интересный поворот, надо бы его вернуть. Вы можете и по письму искать в почтовом ящике, а можете просто открыть файл с этой работы, и если вы делали автосохранение, вернуться к этой версии, открыть ее, посмотреть и вытащить необходимые данные. Иногда это тоже бывает важно и необходимо. И во время, вот эти вот три вещи, настроить стили, настроить автособираемое содержание, которое мы потом будем обновлять, только не забывать это делать, и автосохранение. Три простые вещи, которые мы можем сделать еще до работы над самим текстом. Во время работы над текстом, ну, конечно, здесь много чего может быть, возьмем только самые, наверное, основные такие моменты. Четыре таких пункта. Это затекстовые оформление затекстовых ссылок, PDF, как перевести PDF в Word без лесенок и дефисов. А наверняка с этим сталкивались, когда вы копируете текст из Word, да, вставляем его из PDF, вставляем его в Word, и у нас пошли лесенки и постоянные дефисы.
да, посередине слов, как их убирать. Ну, вот есть способ, который позволяет нам очень быстро это отформатировать. Если фрагмент большой, да, если маленькое предложение ручками можно сделать, а если фрагмент большой, это же умереть можно. Легче перенабрать заново, а мы иногда так и делаем. Да, набираем, ой, какая ерунда, и начинаем набирать сами. Ну, вот можно это сделать гораздо более быстро. Немножко про рисунки таблицы, про подписи и как можно ставить таблицы разными способами. И в заключение наши горячие клавиши, про которые мы когда-то уже говорили, но еще раз про них вспомним. Про затекстовые ссылки. Отсылки Юлия Ивановна, про библиографию вот сейчас, да, больше про оформление затекстовых ссылок. У нас сегодня такой технический момент про референсис, описание. Это мы чуть позже, у нас целая серия вебинаров будет. Пока про оформительские вещи, которые тоже важны. Вот затекстовые ссылки, кстати, да, тоже очень важный момент. Программы набора текста голосом. Лилия Ивановна, есть, когда мы диктуем, да, и формируется в текст, но не всегда они работают корректно. То есть вот под русский язык очень мало таких программ, и корректно они не всегда работают. То есть придется все равно вычитывать, править. Очень много есть такой автосекретарь программа. Когда вы надиктовываете текст, ну, то там получается очень смешно. Приходится очень корректировать и очень. Есть интересный ресурс, о нем рассказывал Валерий Платонов на одном из вебинаров, нет, не у нас, но, помните, проводил он один вебинар, когда наоборот вы пишете, по-моему, текст, и он может быть озвучен, причем с презентацией. Если интересно, вы мне напишите, пожалуйста, вот во вкладочку «Вопросы» голос-текст, и я вам тогда эти программки найду и в нашу группу «Библиографии для небиблиографов» их ссылки на них размещу, чтобы можно было посмотреть. Асель Адиловна не поняла про конференцию немножко, про какую конференцию речь. Мы сейчас про затекстовые ссылки. Как их можно оформлять? Еще одно видео посмотрим. Да, можно, конечно, выставлять ручками. А сейчас я вам маленькую вводную дам. Затекстовые ссылки оформляются списком в конце. И в тексте мы ставим, если помните, да, когда мы говорили про ссылки в квадратных скобочках, номер, который соответствует номеру в списке. Очень часто совмещают список затекстовых ссылок со списком источников. То есть по правилам, уж стопроцентно следуя правилам, у нас должно быть отсылка в тексте, список затекстовых ссылок, оформленных по ГОСТу 2008, и отдельно еще должен быть список использованных источников, оформленные по ГОСТу 2018 или 2003 для стран СНГ. Ну, очень часто, и в научных изданиях очень часто, когда предъявляют требования к оформлению списков источников, вот этот промежуточный список затекстовых ссылок, его игнорируют и оформляют просто как список литературы, да, по ГОСТу 2018. То есть вот это вот оформление по ГОСТу 2008 мы немножко пропускаем. И как расставлять. И там нумерация может идти по-разному, либо в алфавитном порядке, либо размещаем по мере первого появления в тексте, и так, возможно, чаще мне встречается по мере появления в тексте, вот для научных публикаций, для статей, а для курсовых дипломных работ чаще используется алфавитная нумерация и по типам изданий. То есть сначала мы указываем все законодательные источники, потом у нас идет научная литература, и потом
До до электронных ресурсов. Если нужен вот этот список, вы мне структура, да, библиографического списка источников для курсовой или дипломной работы, вы мне также во вкладочку «Вопросы» напишите структуру списка. Я запомню, и на следующих вебинарах я вам просто этот слайд приведу, какие могут быть вариации. И как это может разделяться. А тогда во вкладочку «Вопросы», чтобы в общем чате не потерялось, прямо так пишите «Структуры списка». Так вот, есть хороший тоже способ стилевого оформления. Даже не стилевого оформления, а скорее через установление гиперссылки. Для затекстовых ссылок, вот когда мы здесь ставим квадратные, ой, решил нарисовать на видео, оно не рисуется. Здесь мы ставим квадратные скобочки, ставим номер в списке, и в самом списке мы выбираем. Сейчас вернемся к видео, я вам покажу один важный момент, скажу, вернее, о важном моменте. Для того, чтобы вот эта хорошая вещь за текстовыми ссылками у нас с вами сработала, очень важно, чтобы список источников у нас уже был. И очень важно, чтобы он был оформлен, нумерация не ручками проставлена, а через автоматически, да, проставить нумерацию. Выбираем на главной в верхней панели нумерация, нумерованный список и дальше выстраиваем. А если этого не сделать, то вот этот прием у нас работать не будет. Теперь показываю, как это делается. И собираем список туда. А вот теперь смотрите, видите, у нас выделена цитата какая-то, да, и стоит не квадратная скобка, у нас стоит отсылка, сноска, и внизу написано, что это за автор. Вот этот прием мне подсказали мои студенты. Они говорят, а нам так удобнее работать. Когда пишешь текст, берешь какие-то цитаты, заимствования, прямые, косвенные, что они делали? Они сразу этот источник делали описание, вставляли его в конец, список использованной литературы под нужный номер. Вот здесь в маркированный список сначала его можно даже и не по алфавиту выставлять. Самое главное, чтобы он был привязан. Здесь делали сноску и внизу страницы писали корявенько, кое-как, с ошибками, но самое главное, автора названия, чтобы его можно было потом найти. А вот потом, неожиданно, когда потребовалось оформить по новым правилам, не ссылкой сноска, а затекстовая ссылка, ну и они потом это вот прием просто себе взяли на вооружение и показали, как это удобно. Это на самом деле удобно. И вот так вот мы, не мучаясь, сначала просто проставляем. Можно делать так. Вот у нас две ссылки идут. 24 и 25. Внизу они есть. Список использованной литературы. Вот здесь у нас как раз по той структуре сначала законодательные акты, а потом все остальное. И что мы делаем? Мы вставляем квадратные скобки, ставим курсор внутрь. А теперь мы идем к ссылке. Сейчас буду нажимать, может быть, получится, да? Выбираем ссылки, выбираем в меню открывшемся перекрестная ссылка. Затем мы выбираем, да, вот ссылка, перекрестная ссылка. Немножко откатилась. И в открывшемся окошке у нас открываются все списки, которые у нас есть. Если уже в тексте есть какие-то нумерованные списки, тогда прокручиваем вниз, и у нас в самом конце будет наш список литературы. Вот он у нас здесь пошел. Самое главное, чтобы вот здесь, где наверху синеньким выделено тип ссылки, стоял абзац, а вставить на стояло... Стоял у нас, что у нас там должно стоять, да, для какого абзаца, номер абзаца. В поле тип выбираем абзац, вот это наверху синенькое. И в поле вставить на выбираем номер абзаца.
И вот эта большая область, для какого абзаца будут показаны все списки, которые у нас автоматически в тексте пронумерованы. Поэтому очень важно список источников нумеровать автоматически. И дальше мы выбираем просто из списка нужный источник. А у нас запутаться здесь сложнее, потому что у нас есть подсказка внизу страницы, вот для чего нужна вот эта вот отсылка, сноска. Да, она нам подсказывает, не дает запутаться и выбрать неправильный номер из списка. Выбираем список, вставить, и все. И у нас номер вставляется автоматически. Вот оно, да, 31. Вот он в списке идет 31. Он уже автоматически его поставил. Закрываем. Все замечательно. Теперь мы можем сноску убрать. У нас связь уже установлена с источником. Вот немножко дольше получается, но ошибок при этом способе оформления у них было гораздо меньше. То есть практически не было, они говорят, очень хорошо контролируется. Ну и, соответственно, будут номера сносок меняться, это не важно. Если нужно проставить страницу, указать конкретно не только номер источника, но и страницу, сначала проставляем страницу, потом точно так же делаем ссылки, перекрестная ссылка, проверяем, чтобы абзац и номер абзаца стояло, выбираем для какого источника, вставить, закрыть, все. И вот видите, следующая ссылка, а это уже 38-й источник, да? Потому что у нас список по алфавиту. И вот так вот мы нумерацию делаем по всему документу. Если еще один, вот он. 38-й, вот он 38-й, все совпало замечательно. Но, а если у нас добавляется еще один источник, будет ли меняться нумерация? А вот и сейчас посмотрим. Вот у нас перед 38-м номером добавился, Ольга Александровна, сейчас повторю, добавился еще один автор. Да, с каким-то источником. Напишем его вот так. И дальше мы должны вставить эту цитату. Вот у нас идет 31 источник, вот у нас 38, который на «я» начинался, а вот между ними вклинился еще у нас автор Юшкин, который теперь у нас в списке источников идет 38 номером. А точно так же. Он будет просто несколько раз проставлять один и тот же номер. Хоть десяток раз, Наталья Анатольевна. И вот точно так же мы делаем. Вставляем, выбираем из списка. Самое главное, чтобы он у нас уже в списке был. И вот смотрите, вон у нас 38-й, да? Но тот автор, который был на «я», у нас остался тоже 38-м. Да? Делается простая вещь. Ctrl-A, выделить все. Выбираем «Обновить поле» из выпадающего меню правой клавишей мыши. «Обновить». И вот смотрите, все, вся нумерация у нас обновилась в тексте. Все номера теперь у нас стоят правильно. Просто не забыть обновить в конце. На один, если несколько ссылок на один и тот же источник. За нумерацией сносок не обязательно. Не обязательно. Вы поставили... Да, и когда будете менять, они у вас будут меняться. Они тоже проставляются автоматически. Можно сразу делать, я просто показываю один из вариантов, который вот студентам мне показался проще в процессе работы, и потом просто отформатировать, перевести в другой стиль. Можно сразу расставлять, но тогда нужно сделать нумерованный список, сначала вставлять описание источника туда, а потом уже ставить ссылку. Нужно, да. Да, ставится. Надежда Николаевна, ставится. И вот так вот мы можем обновлять список. Самое главное, не забывать Ctrl-A, обновить поле, и у вас все, обновить все, и у вас будет обновляться весь список, если у вас добавлялись какие-то авторы в конце. Да, отсылки у вас тоже обновятся. Здесь просто про сноски Натальи Анатольевны это... Скорее дело привычки и вкуса. Да? Ну, вот мы попробовали, нам так показалось удобнее. Я тоже попробовала, когда статью писала, мне так вот показалось
Мне так удобнее было. Вы можете свой способ подработать, подобрать, самое главное, вот эту систему, да, запомнить, что ссылки, перекрестная ссылка. По поводу абзацев, кто у нас спрашивал, Ольга Александровна. Ольга Александровна, не заморачивайтесь, абзац и номер абзаца ставим. Самое главное, чтобы они были, для того, чтобы у нас все сработало. И следующий момент. Это вот то, что касается текстовых ссылок. Так немножко про библиографию все-таки не обошли. С инициалами Юлия Ивановна ставим пробел. По Word, PDF. Сталкивались с тем, что когда большой кусок текста, да, много дефисов, и вот это вот все вручную переводить очень сложно. Есть конвертеры, которые переводят PDF в Word, а есть и возможности внутри самого Word избежать этой неприятности. Вот как выглядит текст, скопированный из PDF. Да, вот они пошли, вот они лесенки у нас пошли, да, слова переносятся, дефисы стоят. Угу. Наталья Анатольевна, один из вариантов. И еще один из вариантов, который есть. Через замену. На верхней панели меню просто выбираем «Заменить». Сюда в «Найти» мы ставим, например, наш дефис. И «Заменить на». Выделяем фрагмент, в котором мы это делаем. «Заменить на», пустота, ничего не ставим. Нажимаем, да, заменить все. Но вот здесь смотрите, если мы нажимаем заменить все, здесь очень внимательно, если где-то стояли правильные дефисы, они тоже уберутся. То есть потом надо будет пробежать глазами этот фрагмент, ну, может быть, хорошо, заодно подкорректируем еще какие-то ошибки. Либо по одному выбираем тогда заменить, и по одному он будет автоматически заменять. Дальше, 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 дальше. Либо выбираем заменить все. Вот так мы убираем наши дефисы. Вот что у нас получается. Дефисы у нас убрались. Только самое главное вот здесь заменить на, следить, чтобы у вас была пустота. Вот вчера мы с одним из участников при его регистрации на вебинар столкнулись с тем, что не проходит регистрация, потому что после адреса электронной почты стоял пробел. И вот когда-то было скопировано с пробелом, и также вставляется, а система это считает ошибкой, это скрытый знак, мы его никак не увидим, если только не в Word проще, мы можем ввести вот это вот, показать скрытые знаки и увидеть, да, в самом тексте, есть они или нет, а там этого не увидишь, здесь то же самое. Поэтому поставили сюда курсор «Заменить на», проверьте, чтобы у вас здесь была пустота, нажмите просто «Backspace» и «Del», да. На всякий случай, все, тогда уже точно будет пустота, никаких пробелов, ничего не должно быть. И он вот эти знаки у нас просто убирает, у нас получается вот такой текст. Но все равно еще некрасивый. А вот так он будет выглядеть, строки подтянутся, слова исправятся. Но здесь просто немножко лесенка осталась, потому что было выравнивание по левому краю, можно поставить выравнивание по ширине. Вот, Лилия Ивановна, тоже может быть такая вещь, коллеги. Так что проверяйте при регистрации, нет ли у вас где-то скрытых пробелов, которые вам мешают. Лилия Ивановна, только потом сертификатом, смотрите, будет выписано на чужое имя, по чьей ссылке вы зашли. В конце потом скажу, что нужно будет сделать. Ну, осталось только выровнять по ширине, и все, у нас текст уже готов, все подтянулось. Что мы сделали? Мы воспользовались той же самой автозаменой, то есть мы ее два раза применяем. Сначала выделяем фрагмент, ставим дефис, заменить на пустоту, применить ко всем, да, и у нас получаются такие слова. Второй раз мы также открываем «Найти» и «Заменить», только вот сюда вместо дефиса, сейчас я вам напишу тайный знак, запомните его себе, возьмите для... И никому не давайте... Будем пользоваться. Вот такую вещь. Но в английской раскладке.
Вот такая галочка, это там, где у нас цифра 6 в английской раскладке и маленькая английская пи. Вот эта галочка, это обозначает служебный знак. Вот это обозначает тоже у нас, если Т ставим, то знак табуляции, а это вот абзац. И он вот эти слова, и также применить ко всем, и у нас вот этот текст, где у нас слова были разбиты, да, он у нас превращается вот в такой красивый, замечательный текст, выровненный по левому краю. Ну, вот такая вот хитрость есть. Можно, как Наталья Анатольевна, пользоваться стилем, можно делать через вот такую автозамену, используя возможности того же Word. Да? Ну, разные способы есть, смотрим некоторые из них. Это хорошо, что пишете еще свои приемы. Да, вот сюда. Вот мы его сюда вставляем, и самое главное только вот следить за тем, чтобы вот здесь у нас тоже не было никакого пробела, а была пустота. Как убрать выделение цитрами? Всегда получается. Валентина Владимировна, если вы копируете, например, откуда-то из интернет-ресурса, там, с сайта, очень часто это проходит, когда мы со страницы сайта берем текст, а он на какой-то подложке, да, и вот эта подложка тянется у нас дальше в текст. Делайте очень просто, пользуйтесь форматированием по образцу. Вкладка «Главное» слева наверху такая кисточка, и написано «Формат по образцу». Ставите курсор на любой момент текста, на любое слово, просто ставите курсор там, где написано правильно, без всяких подложек, в нужном шрифте, размере и прочее. Вот туда ставите курсор, нажимаете эту кнопочку «Формат по образцу», потом выделяете фрагмент, где нужно убрать вот это выделение цветом, да, вот эта подложка, вот там маркером, вот это покрашенное, то, что скопировалось. Выделяете этот фрагмент, когда будете выделять, у вас рядом с курсором появится такая кисточка. Вот это все выделяете, нажимаете, все, у вас формат, текст приобретет тот нужный формат, который нам необходим в тексте. Можно очистить стили, да. Можно вот так вот выбрать, если небольшой фрагмент, удалить его таким вот образом. Тоже один из вариантов. Про таблицы и рисунки. Да, кстати, еще про конвертеры. Еще один способ, как можно избежать вот этих неприятностей с лесенками и переносами, это воспользоваться одним из конвертеров, который может документы из PDF переводить в Word. Но имейте в виду, если в PDF текст был вставлен уже рисунком, он и в Word у вас сконвертируется тоже рисунком. Вот несколько конвертеров, которые могут быть нам полезны. Я их вам сейчас в чат тоже бросаю. Если нужно будет, тоже во вкладочку «Вопросы» напишите. Я их тогда в группе тоже еще раз ссылками повторю, чтобы можно было забрать. Первый конвертер мне нравится тем, что там есть еще такая возможность, как сжать. Да, иногда у нас большой рисунок, иногда не загружается, очень много места занимает. И даже если мы его с помощью клавиши Shift пытаемся физически уменьшить, по объему он остается, по весу он остается таким же тяжелым. У нас получается тяжелая презентация или файл. Можно его сжать. Вот такая функция есть в первом конвертере. Из PDF и в PDF, но здесь ограничено. В первом PDF I.O. там нет с PowerPoint. Из PowerPoint в PDF и из PDF в PowerPoint. В других конвертерах это есть. Ну, вот несколько на вкус можно посмотреть, выбрать и пользоваться тем, который вам больше понравится. Но имейте в виду служебную документацию, содержащую коммерческую тайну или какие-то там личные персональные данные. Через конвертеры все-таки не рекомендую перегонять, и они даже об этом пишут в условиях пользования, которые мы не всегда читаем и часто не читаем, что, ну, все-таки вот нет там такой сохранности данных, поэтому служебные какие-то вещи туда лучше через конвертер не прогонять, на всякий случай, упаси Господи. И немножко о рисунках и таблицах. Все графики, схемы, фотографии, согласно тому же ГОСТу, иллюстрации, чертежи,
диаграммы, фотоснимки. В ГОСТе есть пункт 6.5.1, где они все называются одним названием рисунок. И там же дается описание правил, как они располагаются. Непосредственно после текста отчета, где они упоминаются впервые, или, возможно, на следующей странице, но по возможности как можно ближе к соответствующим частям текста, где было упоминание. И в тексте обязательно дается ссылка на таблицу, на рисунок, на график и на так далее. Ну, в данном случае рисунок и таблица, два обозначения, которые применяются. А там же в ГОСТе написано, как подписывать. При ссылке необходимо писать слово «рисунок» и его номер. Например, там, в соответствии с рисунком 1, что можно увидеть на рисунке 2 и так далее. А про сокращение. Можно ли сокращать рис? В тексте, когда мы ссылаемся, это допускается, хотя в ГОСТе никак не регламентируется, но что не запрещено, то разрешено, и в методических рекомендациях часто встречается, что можно сокращать в круглых скобочках, пишем RIS.1, там TAB.2, то есть это, пожалуйста, как написано в рекомендациях, так и делаем. А вот подписывать лучше полностью. Какое рекомендуемое количество рисунков в дипломной работе? Если это не какой-то специфический технический диплом или дизайн, реклама, там где очень много будет изображений, графиков, рисунков, и это является частью, да, самой работы, неотъемлемой частью, то в остальных это исключение. В остальных случаях, ну, где-то максимальное количество 15. То есть большее количество просто будет размывать текст, и ради увеличения объема студенты любят такие фотографии вставлять, но вот лучше этого не делать. Это создает неприятное впечатление на защите, поэтому не больше 15 вставляйте, меньше, пожалуйста. Может быть, и один рисунок, но такой. Как написано, там же пункт есть 6.5.3, количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Да, не рекомендуется приводить объемные рисунки, хотя это касается отчетов АНИР, но если мы уж пользуемся этим ГОСТом и для оформления курсовых или там дипломных магистерских работ, то это правило тоже на нас будет действовать. И нумерация может быть сплошная или по главам. Если рисунков много, лучше делать по главам. Или такая двоичная нумерация. Первая 1.1, да, номер главы, вторая номер по порядку там в главе или в параграфе. Ну, по главам лучше, удобнее делать. Арабские цифры и обязательно сопровождается подписью. Хорошо давать ссылку на источник. Вот ссылку на источник в список мы можем не включать, если мы только взяли одну таблицу, оформлять примечанием в виде сноски. Да, делаем сноску и вот как примечание оформляем, что вот это взято оттуда-то. По иллюстрациям. Ну, по рисункам. Работать с рисунками в Word можно точно так же, как и обычно. Есть вкладка «Работа с рисунком», открываем формат. Как только мы вставили рисунок, у нас открывается вот эта вот верхняя панель. И здесь можно делать все то же самое, что мы часто делаем в PowerPoint, вплоть до «Убрать фон». Да, то есть все эти функции, они нам доступны из Word. Можно делать это прямо здесь. Так что эта панель знакомая, и про PowerPoint нам больше расскажет Анастасия Похорукова, да, в своем треке. Как делать подписи к рисункам? Есть алгоритм. Да, вот 4 шага. Добавляем сначала рисунок, потом переходим во вкладку «Ссылки». Выбираем инструмент «Вставить название» и дальше работаем в открывшемся окне. Самое главное, чтобы у нас рисунок был вот так вот активно выделен. Да, вот он. Видите, мы выделяем, ставим курсор, вот у нас значок появился, все, вот тогда у нас откроется. Иначе окошко у нас не откроется и вставить мы не сможем. Вот главное, ссылки, вставить название, и дальше открывается окно. И вот у нас пошло, мы видим название
как будет называться наш рисунок, и вот они все атрибуты у нас здесь представлены. Что чего обозначает в этом окошке? Название – это текст вашей подписи. Вот здесь ручками придется поработать. Вводим сюда название, как будет называться наш рисунок. Вот там, котята на книжках, исследователи пространств, терра инкогнита или как-то. Вот это мы забиваем вручную. Все остальное делается автоматически. Подпись – это параметр, который выводит один из шаблонов автоподписи по умолчанию. Ну, вот в данном случае мы вставили рисунок, он нам выводит, что это будет рисунок. Положение показывает, где он у нас будет располагаться. И две важные кнопочки. Вот это лучше не трогать. Вот это не надо трогать. Нам нужно вот создать и нумерация. Создать, мы можем создать свой собственный шаблон подписи. Вот этой, например, нам сказали подписывать не рисунок, а иллюстрация. А его нет, там есть рисунок, таблица, список, а иллюстрации нет. Вот тогда мы нажимаем «Создать» и пишем «Иллюстрация», и у нас сюда вот в выпадающем окошке добавится в список еще иллюстрация подписи, и тогда у нас здесь будет, он сюда вставляется автоматически, и нумерация проставляется автоматически, она вот отсюда подтягивается. И тогда у нас здесь будет написано «Везде иллюстрация». Нумерация. Здесь мы задаем стиль нумерации. Если открыть эту кнопочку, там можно будет увидеть, либо у нас будет, как в нашем примере, просто одна циферка 3, либо мы можем выбрать вот тот вариант, опять же, он привязывается к заголовкам, к заголовку 1, к заголовку 2, и будет ставить уже сам, мы выбираем через точку или через дефис, 1-1, 1-2, 2-3, 2-4, в зависимости от того, куда мы этот рисунок поместим, в какой параграф, какой главы. То есть вот это все через нумерацию тоже настраивается. Либо мы оставляем вот так общие, единая нумерация по всему документу. И вот мы ввели название сюда, назвали этот рисунок, и вот как он у нас будет выглядеть. Да, рисунок 1, исследователи. Кстати, вот здесь по поводу точка или тире тоже есть разногласия. В гости рекомендовано через тире, пишется 1, тире и название. Но очень часто в методических рекомендациях можно встретить через точку. Не такой уж спорный момент, как в методических рекомендациях написано, так и делаем. Но, опять же, не запрещено, значит разрешено. И вот он наш стиль у нас, вот он появился. Но нам сказали, вы что, с ума сошли? Какой фиолетовый? У нас все должно быть черным и без курсива. Как поменять стиль подписи рисунков? Тоже есть волшебное сочетание клавиш. Ctrl-Alt-Shift-S. Да, потренировать пальчики придется. Четырьмя пальцами нажимаем. И у нас открывается, можно с двух рук, кому как удобнее. И у нас здесь же открывается список наших стилей. Помните, мы их через стили искали, там высоко. Это можно вызвать вот таким вот нажатием четырех клавиш. Мы выбираем стиль названия объекта. Выбираем, кликаем по нему. Выбираем, открывается менюшка. Выбираем «Изменить». И вот там мы меняем нужные нам параметры. Да, точно так же, как мы делали при изменении стилей, цвет, шрифт, размер и прочее. И вот что у нас применяем, и вот что у нас получается. У нас получается то, что от нас хотели. Без курсива, черным шрифтом, размер нужный выставили, рекомендуют 12-й. Нужный курсив, мы его вернем обратно. Причем это делается один раз, мы меняем. И на всех рисунках, на всех таблицах это у нас поменяется. Про таблицы, про графики сначала, которые мы тоже вставляем очень часто из Excel. Еще один момент скажу про изменение стилей. Стиль один ко всему документу, поэтому не получится так, что часть рисунков одним стилем, часть рисунков другой. Изменяя стиль подписи в одном месте документа, автоматически вы изменяете его на всех других изображениях и таблицах.
Ну, вот так устроен Word. Он считает, что это правильно, это порядок, это красиво и должно быть единообразие стилей. Поэтому, если вы сами пишете методические рекомендации для студентов, для учащихся, для магистрантов, для коллег, пожалуйста, один стиль для рисунков и для подписи рисунков и для подписи таблиц, чтобы не мучиться самим потом, не плодить ошибки. Если у нас изменилось количество рисунков в файле, желательно потом использовать вот сочетание горячих клавиш Ctrl-A, это выделить все, и F9 обновить. Там можно вот так вот обновить, можно не делать, очень часто он сам автоматически меняет все подписи, меняет все стили. Но для верности можно обновить, если у нас поменялось количество. Даже если поменялось количество, поменялись рисунки, добавились какие-то рисунки, он это сделает при вставке подписи, это будет делаться, замена будет делаться автоматически. Ну вот если не произошло, Ctrl-Alt и F9. Графики из Excel Word очень часто мы вставляем, можно вставлять тоже разными способами. В зависимости от того, какой способ мы выберем, у нас по-разному они и вставятся. Вот посмотрите, если мы вставляем, выбрали график, вот его, реальный график статьи, вот его нужно вставить. Ctrl-C и Ctrl-V вставляет его вот таким образом. Да, без сохранения форматирования. А если мы выбираем на выпадающем меню правой клавишей мыши, кликаем в экселевском файле, выбираем копировать, а потом при вставке выбираем параметр вставки рисунок, то он вставляет его вот на белом поле, да, так сохраняя вот тот, как рисунок. И его уже править, редактировать практически невозможно. Графики, не графики, а таблицы из Excel, таблицы графику, можно вставить пятью способами. С сохранением форматирования, даже шестью способами, но один из них мы рассмотрели, это вставка как рисунок, а вот еще пять способов есть, как это можно вставить. Вставка таблицы в Excel. Тоже один маленький фрагмент покажу, как это делается в природе, да, как это существует в природе. Вот это вставка таблицы в начальном виде при сохранении форматирования. Да, вот исходное форматирование, как оно было в Excel, вот она красота у нас такая сюда и вставилась. И здесь ее можно редактировать. Дальше через вкладку мы можем ставить вторым образом, без сохранения исходного форматирования. Видите, он стал как черно-беленькая, просто такая скромная табличка, без всякой красоты. Следующий вариант – сохранение форматирования и привязкой к экселевскому файлу. И следующий вариант – это без сохранения форматирования, но с привязкой к экселевскому файлу. И, наконец, последний вариант, очень неудобный, да, это в виде текста. В виде текста не всегда используется. И вот при, если стоит вот этот значок, если стоит значок цепочки, да, ссылка, вот эти две таблицы в Word и в Excel, они взаимосвязаны. И если мы меняем данные в Excel-евском файле, вот здесь вместо 113 набрали там 118, например, поменялись данные, то в Word-овском файле они тоже автоматически поменяются. Вот эта связь сохраняется. Поэтому если выбираете вот этот способ вставки таблицы удобен на этапе, когда идет, например, исследование, а мы готовим черновик той же статьи или работы, но данные могут поменяться, то вот это вот вполне такой подходящий вариант, который тоже можно использовать. А вставка таблицы вставка подписи. Как вставить подпись для нашей таблицы? Здесь тот же самое правило действует, только мы обязательно вот этот маленький момент сделайте. Вот это выделить всю таблицу, вот он крестик слева наверху таблицы у нас появляется, по нему кликаем, выделяем всю таблицу, и только тогда у нас вставить подпись станет активной, иначе она не будет работать. И затем мы так же, как для рисунков делаем, вставить подпись,
Вот у нас стоит рисунок, мы его меняем, у нас таблица, и он сразу же меняет положение, потому что таблица у нас принята над таблицей делать подпись, он нам ее автоматически уже меняет. Но если нужно ставить под, вдруг понадобится, то это тоже мы можем здесь в списке изменить. И вставляем также, вот пошла нумерация, автоматически он ее проставляет. Точно так же мы можем настроить нумерацию, и дальше мы вводим название этой таблицы. Нажимаем ОК. И вот она у нас появилась, да, название таблицы, расход времени. В стиле мы можем, вот стиль будет тот же самый, как для рисунков. Мы можем его изменить, мы можем сделать другой цвет, мы можем сделать там жирным курсивом и посмотреть, да, как это будет выглядеть. Вот у нас, и вот посмотрите, рисунок тоже поменял свой стиль. То есть если мы меняем в одном месте, у нас будет меняться везде. А вот теперь посмотрите, коллеги, что произошло. Видите, в самой таблице у нас тоже поменялось на жирный курсив по всей таблице. В чем была ошибка? А вот когда мы настраивали стиль, касающийся объектов, вот у нас мы выбрали, что он основан на обычном стиле. Помните, я вам говорила, что для объектов нужно выбирать какой-то особый стиль, который мы для другого текста не используем. И вот у нас в таблице вот это и сработало. Если мы делаем другой стиль, то у нас вот этого не будет происходить. Здесь надпись будет курсивом жирненькая, а здесь останется как положено, без курсива и без других цветов, да, без изменений. Ну, вот такие вот у нас небольшие технические приемы. Которые мы с вами сегодня посмотрели. Так, вопрос. Осталось у нас еще несколько горячих клавиш. Ну, я их, пожалуй, оставлю на потом. Даже не на потом, а на презентацию. Мы немножко вот горячие, с таблицами, рисунками мы некоторые вопросы разобрали. У нас остались горячие клавиши. Значит, что здесь? Разделение окна документа. На него тоже есть видео. Пожалуй, я его тогда тоже загружу, чтобы можно было посмотреть. Очень удобная вещь, когда нам нужно, например... Нет, все-таки я его вам покажу. Все-таки я его вам покажу. Вот это сочетание горячих клавиш, смотрите, что позволяет нам делать. Когда нужно, видите, мы разделяем окно, так же, как в Excel-евской таблице Excel, да, мы можем работать. Где это, и у нас нужный текст остается наверху, не сдвигаемый. Это очень хорошо пригождается, знаете, когда работаем с компетенциями при разработке и написании РПД, преподаватель знает, что это такое страшное дело, да, рабочая программа, дисциплина, и не забудь, что было у меня там. Мы обычно открываем, делаем копию, открываем два файлика, начинаем их совмещать, а это можно сделать в одном файлике. Или для студентов, когда мы пишем текст, нас муза уносит далеко, чтобы не потеряться, о чем же я вообще пишу, держать перед глазами название главы и параграфа и соотносить то, что я пишу, вообще, каким образом это сюда относится или не относится. Вот у меня студенты так делали, они говорят, помогает удержаться в рамках и не улететь мыслью не туда, куда нужно. Вот такое вот разделение окна документа. И еще несколько вариантов, как убрать большие проблемы. Тайная жизнь текстов – это как скрыть какой-то текст. Он останется в Word, но его не будет видно, и он как бы исчезнет из текста, но его всегда можно обнаружить и найти. Вот если хотите посмотреть, нет ли чего-то скрытого в легком, казалось бы, файле небольшого текста, но тяжелом по объему, воспользуйтесь вот этой вот вещью. Раскрыть тайны текста, здесь вот я их вам привожу, горячие клавиши, как скрыть текст и как тайное сделать явным. Да, вот иногда студенты это делают, можно проверить, нет ли там какого-то скрытого текста. Ну и формат дата-время с помощью горячих клавиш, иногда это бывает нужно сделать в текстах, как это поменять. Плюс как убирать большие пробелы. Да, с помощью межсимвольный интервал, то же самое с помощью шрифта
Да, что здесь посмотреть, как убрать, что выставить, и второй способ, как это найти. Либо формат по образцу, вот то, что я вам говорила, здесь не зашел, слева кнопочка, выбираем, ставим курсор на нужный фрагмент, нажимаем эту кнопочку, скопировали формат, и потом выделяем вот так вот неправильный фрагмент, применяем, и у нас тоже вот второй, третий способ уже. Как вставить нижние и верхние индексы в текст, тоже горячие клавиши есть. И про вставку формул, с помощью чего можно сделать. Можно делать вручную уравнение символы, можно через вставку объект найти вот тот самый мастер вставки формул, который используется. Но самое главное, не совмещать в одном тексте и выбранные с помощью символа вот здесь вручную или уравнение, и выбранные с помощью вот этого вставлятеля формул, да, для созданного для создания формул. Либо одно, либо другое. Иначе может слететь, может съехать. Ну и список полезных горячих клавиш в конце я вам тоже привожу. Попробуйте поиграть. Очень полезная клавиша вот эта. Вернуть случайно стертый текст. Иногда бывает. Alt Backspace тут же нам возвращает текст, который мы случайно стерли только что. Это можно вернуть. И быстрая вторая вещь, которая очень часто пригождается, быстрое выделение больших частей текста. Если на несколько страниц, да, вот пользуясь этим выделением, мы можем выделить, например, текст целого параграфа и либо его форматировать, либо удалить, либо перенести все, что нужно, скопировать все, что нужно с ним сделать. Это позволяет избежать вот ошибок и вот этого долгого-долгого скроллинга, когда мы бежим по странице вниз, через бегунок справа это сделать гораздо быстрее и проще. И вот с помощью этого волшебного сочетания клавиш. Ну, вот такие хитрости у нас есть. Значит, коллеги, по поводу скачивания презентации были вопросы в чате, краем глаза видела. Сейчас вам еще раз повторю. Значит, на почту презентации, честно говоря, не рассылаем, потому что иначе превращаемся в почту России раз очень часто. Поэтому, коллеги, скачиваем отсюда, либо по ссылке на диск, либо второй вариант, то, что я вам говорила, вот в группу «Библиография для небиблиографов». Сейчас еще раз ссылочку на нее повторю. Можно в Фейсбуке зайти, я туда выложу ссылку тоже на диск, и оттуда можно будет забрать презентацию. И посмотрю, может быть, до конца недели я сделаю прямо вот такую страничку, и можно будет заходить и смотреть. Осталось у нас еще вот как раз два видео про как найти скрытый текст, скрыть и открыть, и как вернуть удаленное. Это тоже я тогда вам выложу, посмотреть ссылочкой можно будет. А презентацию вот можно отсюда скачать. Ну вот, коллеги, с техническими вопросами мы разобрались. Кстати, это очень часто помогает вот применение этих клавиш, когда работаешь и не только над курсовыми или дипломными проектами, но и над статьями, особенно какие-нибудь скопусовские, ваковские, по 10-12 страниц, объем не маленький, и вот со всеми практически проблемами, с которыми приходилось сталкиваться, вот на них вебинар был построен. Те ответы, которые сами искали, вот все из практики пришло сегодня к нам сюда. Если будут еще какие-то вопросы, что-то по форматированию, можно сейчас писать во вкладочку «Вопросы», либо в личку на Фейсбуке, в личку мне тоже можно эти вопросы писать, а можно и прям в группу тоже, хоть и вроде бы не про библиографию, но тем не менее это все равно тоже оформление ссылок и описаний строится по особым правилам, ну и принципы форматирования мы тоже применяем. Так что сегодня мы вот эти вот вопросы тоже не зря разбирали, потому что следующие вебинары у нас будут уже по оформлению статьи references, оформлению русскоязычных частей, да, то, что требуется для статьи, и чтобы у нас на эти задачи оставалось больше времени, вот эти технические приемы нам помогут сэкономить это самое время, которого так не хватает.
Коллеги, сейчас на буквально минуту я вас покину, сделаю, выпишу вам сертификаты за участие в сегодняшнем вебинаре. А вас я попрошу во вкладочку «Вопросы» допишите, пожалуйста, какие-то пожелания, о чем хотелось бы еще узнать. Можно и по библиографии все, что пришло в голову, и вот по оформительским вещам. Напишите, пожалуйста, мне во вкладочку «Вопросы», а я вам сейчас сделаю за это сертификат и даже его выдам, останется.